Поехали! Шикарная возможность поразить ворота соперника. Гол! Фантастическое завершение атаки. Счет открыт. 1-0. Ждем дальнейшего развития событий. Мяч на половине поля соперника. Нужно прессинговать соперника в центре поля. Ну как же так? Этого не должно было случиться. Один-один. Градус матча поднимается. Чуть поднажать, и мы приблизимся к воротам соперника. Прошло 3 минуты, но еще не все решено в этом противостоянии. Поднажать, и мы приблизимся к воротам соперника. Нельзя давать им бить по нашим воротам.
половине поля соперника. Счет 1-2. Интрига матча сохраняется. Чуть поднажать, и мы приблизимся к воротам соперника. Великолепный удар и гол! На табло 2-2. Следующий гол будет решающим. На половине поля соперника. Основное время закончилось. Теперь судьбу нашего матча решит дополнительное время. Возможно. Гол! Фантастическое завершение атаки!